Сегодня мы будем обсуждать стих, который произнес Господь Кахила Дев. You are regularly reading 1st Canto, chapter 3, and the verse today describes the appearance of Lord Kapila Dev. И вы регулярно по очереди читаете сейчас первую песню Шримад Бхагаватам, которая описывает явление Господа Капила Дева. Since we didn't have 1st Canto in Hindi, in English, we are lecturing from the 3rd Canto, поскольку that also describes Lord Kapila Dev's instruction. И поскольку не нашли первую песню на английском, лекция сегодня будет из третьей песни, которая также описывается наставление Господа Капила Дева. The voice is on the board. Yes. Jnana. Jnana. Vairagya. Vairagya. Yuktena. Yuktena. Bhakti. Bhakti. Yuktena. Yuktena. Tatmana. Tatmana. Paripashya. Paripashya. Dasina. Dasina. Prakritim cha hato jasam Jnana vairagya yuktena Bhakti yuktena chatmana Paripashyat udasinam Prakritim cha hato jasam Jnana vairagya yuktena Bhakti yuktena chatmana Paripashyat udasinam Prakritim cha hato jasam Перевод слов. Гьянам, знание, вайрагья, отрешенность, юктенам, обладающий, бхакти, преданным служением, юктенам, занимающийся, ча, и, атмана, в уме, Парипашьяти, видит, Удасинам, безразличный, Пракритим, материальному существованию, Ча, и, Хата Оджасам, с меньшей силой, Перевод текста. Тот, кто, занимаясь преданным служением, обрел знание, отрекся от материального и таким образом осознал себя, видит все в истинном свете. Такой человек становится безразличным к материальному бытию, и влияние материальной природы на него ослабевает. Комментарий Шрилы Прабхупады. Как болезнетворные микробы в первую очередь воздействуют на ослабленный организм, так и материальная природа, иллюзорная энергия оказывает воздействие на того, кто слабее, то есть на обусловленную душу, а не на освобожденную. Обрести освобождение значит осознать себя. Для этого необходимо обладать гьяной, знанием и вайрагьей, отрешенностью. Без знания невозможно постичь природу своего «я». Тот, кто понял, что он бесконечно малая частица высшего духа, избавляется от привязанности к материальной обусловленной жизни. С этого начинается преданное служение. Не очистившись от материальной скверны, невозможно заниматься служением Господу. Поэтому в данном стихе говорится «Генавы раги юктена». Тот, кто полностью осознал свою природу, отрекся от мира и не имеет материальных, материальных привязанностей, может, занимаясь чистым преданным служением, бхакти юктена, стать слугой Господа и развить в себе любовь к Нему. Слово «парипашьяти» значит, что такой человек видит истинную природу вещей. Тогда материальная природа практически перестает оказывать на него влияние. Это также подтверждается в Бхагавад-гите «Брахма-бхута-прасанатма». Тот, кто достиг уровня самоосознания,
обретает истинное счастье, выходит из-под влияния материальной природы и избавляется от скорби и желаний. Господь называет этот уровень Мат Бхактим Лабатая Парам, истинным началом преданного служения. Нарада Панчаратри также говорится, что только очистив свои чувства, живое существо может занять их преданным служением Господу. До тех пор, пока человек сохраняет привязанность к сфере материального мира, он не может стать преданным Господу. Давайте сейчас еще прочитаем текст. Можно повторить. Тот, кто занимаясь преданным служением, обрел знание, отрекся от материального, и таким образом, осознал себя, видит все, в истинном свете. Такой человек, становится безразличным, материальному бытию. И влияние материальной природы, на него ослабевает. Ом гьян тринандасья гьянанджана шалакья чакшурен милитанина Тасмай Шри Гуравей Намаха Шри Четанья Мановесам Сахтамьева Бхутале Своям Рупа Грамая Дадахи Свападанджика Вандехам Шри Гуру Шри Юта Паракама Шри Гуру Вайшнаванша Шри Рупам Саградата Саградата Садхитам Садхутам Харитана Сайтам Вишна Четанья Девам Шри Радха Вишна Парам Саганам Халитам Шри Вишакам Хе Кришна Гаруна Синдху Динабанду Джагатпаде Говиша Говика Канта Радха Канта Намастуте Чагоранге, Раде Виндаванишвари, Вишабанту Судре, Каламаринаринде, Ванча Аватарубляща, Випасинду Бхевача, Ахитанам Павнибьо, Врашнавебьо Намонама, Джай Шри Кришна Четанья, Раду Нитянанда, Шри Адвайта Гадатара, Шривасани Гора Бхакта Вринда. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Гьяна Вирагья Юктена, Бхакти Йогена Чатманаха, Парипашьят Удасинам, Пракатим Ча Хатоджасам. So Lord Kapila Dev, is the speaker of this verse. Этот стих произнес Господь Капила Дев. Who is Lord Kapila Dev? И кто такой Господь Капила Дев? Quickly, скажите мне, быстро. Who is Lord Kapila Dev? Incarnation of Lord. Is an incarnation of the Supreme Personality of Godhead. Является воплощением Верховной Личности Бога. Right now you're reading the first canto, chapter 3, that describes different incarnations of the Lord. Сейчас вы читаете первую песню Шримад Бхагаватам, третью главу, в которой описываются различные воплощения Бога. Incarnation means one who descends. Инкарнация означает тот, кто нисходит. From where? Откуда нисходит? From the spiritual world. Из духовного мира. And the general incarnations are described in the Shrimad Bhagavatam. И в Бхагаватам описываются истинные, настоящие воплощения. They're broadly six categories of incarnations. Есть всего шесть категорий инкарнации Господа. There's the Purusha avatar category, Manvantara avatar, Lila avatar, Guna avatar, Shaktavish avatar, and Yoga avatar. Okay. But there's Purusha avatar. Есть Purusha avatar.
Лила-аватары, Манвантара-аватары, Шакти-веша-аватары, Юга-аватары и Гуна-аватары. So the incarnations are all described in the revealed scriptures. И все эти воплощения описаны в священных писаниях. Kadama Muni and Devahuti for the Lord's father and mother. Цома матери Господа Кипиладева были Кардама Муни и Девахути. Кардама Муни was a very powerful mystic yogi. Кардама Муни был очень могущественным йогом-мистиком. He could create a whole aeroplane. Он мог создать целый летательный аппарат. Which was full of rivers, mountains and lakes. То есть летающий остров, на котором было множество рек, гор и озер. These are real rivers, lakes, mountains, not movies like you see in the present-day plains. И это были настоящие реки, озера и горы, не как в современных кинофильмах показывают. In the present-day plains, you can see movies of mountains, rivers, and oceans. Когда мы летаем сейчас на самолетах, там только по телевизору можем увидеть горы, реки, озера. So you can't see real mountains, can you? Но там на самолете нет настоящих гор. You may have the wallpaper on the plane showing a mountain and a river, but not a real mountain and a river. Там могут на самолете приклеить какой-нибудь плакат с изображением горы или реки, но там нет настоящих тех объектов. But Kardama Muni created a real city on a plane. И Кардама Муни создал целый город на таком самолете. He was such a powerful mystic yogi. Он был очень могущественным мистическим йогом. So the different types of mystic perfections that one can realize. One of them is a city called Prapti Siddhi. И когда человек достигает мистических совершенств, он достигает также одного совершенства, которое называется Прапти Сиддхи. If you have Prapti Siddhi sitting in your house, you can spread your hand, extend it to the Swiss banks, lift all the gold and bring it, no one will notice it. Если вы обладаете Прапти Сиддхи, вы можете сидеть у себя дома, протянуть руку в какой-нибудь швейцарский банк, забрать там все золото и принести его себе домой, никто даже не заподозрит. Но если у нас есть ситхи, то мы начинаем лениться, поэтому Кришна не дает нам ситхи. Преданные также не хотят иметь эти ситхи. So Lord Kapiladeva is the son of Kardama Muni and Devahuti. И Господь Капиладева является сыном Кардама Муни и Девахути. His mother knew my son is the Supreme Personality of Godhead. Мама его знала, что ее сын является верховной личностью Бога. There have been two Kapiladevas in history. В истории вообще есть сведения о двух Капиладевах. One is the genuine Kapiladev, and the other is the imitation. Один это настоящий истинный Капиладева, другой подделка. Prabhupada gave a series of lectures on Lord Kapiladev, and they were published in a book called Teaching the Lord Kapila, the Son of Devahuti. И Шрила Прабхупада дал серию лекций на основе учения, которое дал Господь Капиладева, и так его назвал учение Господа Капиладева. Why did he say son of Devahuti? Сына Девахути. Почему он сказал сына Девахути? Because Prabhupada wanted to distinguish the genuine Kapiladev from the fake Kapiladev. Ибо Шрила Прабхупада хотел, чтобы было видно отличие истинного Капиладева от этой подделки. So, Devahuti, earlier in this chapter, approached her son. И ранее в этой главе Девахути она уже обращалась к своему сыну. She said, my dear son, you're the axe that can cut the tree of entanglement. И она сказала, мой дорогой сын, ты являешься тем топором, который может срубить дерево материального рабства. So, give me knowledge by which I can become free from the cycle of birth and death. Дай мне знание, с помощью которого я могу освободиться из круговорота рождения и смерти. So this is the investigation that everyone should make. Knowledge is so that they can become free from the cycle of birth and death. И каждый должен искать такое знание, стремиться обрести такое знание, которое поможет ему освободиться из круговорота рождения и смерти. So Kapiladev, mother, your question is glorious. Господь Капила сказал, мама, твои вопросы достойны прославления. Ибо ответы на них принесут благо всему человечеству. Just like Parikshit Maharaj, when he received notice
of death, he called the sages and asked them, what should one do with what to die? Как Махараджа Парикшит, когда ему пришло известие о том, что он должен уже умереть, скоро будет, он собрал всех мудрецов и задал им вопрос, что должен делать человек, который вскоре умрет. И мудрецы ему сказали, о царь, твои вопросы, они достойны прославления. Потому что ответ принесет благо всему обществу. That devotional service is a medium through which you can become free from birth and death. Господь Капиладев сказал своей маме, что преданное служение это то, с помощью чего мы можем избавиться от круговорота рождения и смерти. And in this chapter, Капиладев is giving a series of verses that describe the glories of devotional service. И в этой главе Господь Капиладев произносит несколько стихов, которые прославляют преданное служение. In other words, Kapila Dev emphasized devotional service, and he also described how devotional service can be cultivated, namely in the association of devotees. Господь Капила Дева в этой главе говорит о величии преданного служения, также говорит о том, насколько о том, что преданное служение необходимо выполнять в общении с преданными. Kapila Dev said, every conditioned soul knows that attachment to the material object of person is the cause of bondage. Сказал, что всем известно, что привязанность души, обусловленность души к каким-то материальным объектам является причиной рабства. But the same attachment, when it is applied to self-realized devotees, becomes the cause of liberation. Если ту же самую привязанность направить на осознавших себя преданных, то тогда такая привязанность становится причиной освобождения. In the material world, people are attached to heroes. В материальном мире люди привязаны к кумирам. You have big pop stars in Ukraine? Есть какие-то известные поп-звезды на Украине? You have any? Or есть? You have imported ones? Или только все зарубежные? We don't have your own, but they have imported ones. Если своих нет, то значит зарубежные каких-то импортируют. And these pop stars, you know, they have a following of billions of people. И вот этим поп-звездам следуют миллионы людей. You have these movie stars, sports stars. They have such a huge following. Есть кинозвезды, спортзвезды, у которых очень много поклонников. Any sports star who's won an Olympic medal in the recent gold Olympics in Beijing, they say, we'll get at least $2 million the first year in promoting products. И каждый вот на недавней Олимпиаде каждый спортсмен, который выиграл золотую медаль, говорят, сможет заработать $2 million в ближайший год просто за то, что он будет минимум, просто за то, что он будет рекламировать какие-то продукты. There's one tennis, Russian tennis star. She makes over $10 million as just endorsing products. Одна известная теннисистка русская заработала $10 миллионов просто за то, что она рекламировала какие-то вещи. Why does she make? How does she get so much money? Как она заработала столько денег? They have such a long, loyal following. They say, buy this product and people buy it. Почему им платят такие деньги? Потому что у них много поклонников, и они говорят им, покупайте вот это, и они покупают. So we need to have some object of worship. И нам нужен какой-то объект для нашего поклонения. Some object of meditation. Какой-то объект для медитации. So those who are blind to self-realization, their object of meditation are movie stars, sports stars, politicians, and so on. И те, кто слепы по отношению к самосознанию, выбирают себе в качестве таких объектов спортзвезд, кинозвезд, каких-то эстрадных певцов. So attachment to the material in personality is a cause of bondage for the conditioned soul. Для условной души привязанность к материальной личности является причиной рабства. But the same attachment, when applied to self-realized devotees, opens the door to liberation. Однако, когда та же самая привязанность направляется на осознавших себя преданных, тогда такая привязанность раскрывает врата освобождения. If you get attached to a sadhu, the doors of liberation can be wide open. Если вы привяжетесь к садху, то тогда для вас врата освобождения будут широко раскрыты. If you remain attached to material personalities, they become the cause of bondage.
А если мы будем привязаны к материальным личностям, тогда это будет для нас причиной рабства. So Lord Kapila Dev emphasizes the importance of devotional service in the association of devotees and getting attached to saintly personalities. И Господь Капила Дев описывает славу преданного служения, в особенности, когда оно совершается среди в обществе преданных. Также говорит о важности того, что нужно привязаться к святой личности. Kapila Dev says, such a sadhu engages in devotional service without deviation. И он говорит, что такой садху занимается преданным служением, не отклоняясь. We discussed this point last night also, when Mother Sunita was telling her son, when you serve the Lord without deviation. Вчера вечером мы тоже говорили о том, как мама Сунити посоветовала своему сыну заниматься преданным служением, не отклоняясь никуда. Now in the verse you read today, Lord Kapila Dev is emphasizing two things. И в том стихе, который мы прочитали сегодня, Господь Капила Дев делает акцент на двух вещах. Гьяна and Вирагья. Гьяна и Вирагья. Гьяна means knowledge, Вирагья means? Renunciation. Just emphasizing two things, knowledge and renunciation. Здесь подчеркиваются две вещи, знание и отречение. So if you have knowledge and renunciation, then you see things in the right perspective. Если у нас есть знание и отречение, тогда мы можем видеть вещи в правильном свете. So what do we mean by knowledge? Что мы имеем в виду под знанием? You have material knowledge, you have spiritual knowledge. Есть материальное знание, есть духовное знание. So material knowledge is also necessary to some degree. До какой-то степени нам также нужно и материальное знание. We don't tell our children, don't go to school. Мы не говорим своим детям, чтобы они не ходили в школу. We don't say don't get material education. Мы не говорим, что не надо получать материальное образование. Sure you can. Конечно, вам надо. Есть очень много преданных, у которых докторские степени. But that knowledge should be used in service of the Lord. Однако это знание необходимо использовать для служения Богу. Just like these days, you have these cell phones and you have advancement of technology. Сейчас есть мобильные телефоны и другие прогрессивные технологии и науки. Террористы используют это для того, чтобы с помощью бомб убивать людей. Сейчас делают такие технологии, что даже в мобильных телефонах могут быть бомбы. В Индии сейчас крупные храмы даже не разрешают заходить с мобильными телефонами. So here to prove how technology is being misused. И вот это является доказательством того, как неправильно используют технологии. But we are talking about spiritual knowledge here. Однако здесь мы говорим о духовном знании. One must cultivate spiritual knowledge and material knowledge side by side, so says the Ishopanishad. Как говорит Шри Ишопанишад, необходимо развивать одновременно и материальное, и духовное знание. So if you want to have material education, fine, but also take to have spiritual education along with it. Если вы хотите получить материальное образование, нет проблем. Просто вместе с этим также получайте духовное. Here, however, Kapila Dev in this verse is referring to spiritual knowledge. Так в этом стихе Господь Капила Дев имеет в виду духовное знание. If you have spiritual knowledge, jnana, then that will result in vairagya, renunciation. Если у вас есть духовное знание гьяна, то оно приведет вас к отречению вираги. Therefore, this cultivation of spiritual knowledge is very essential. Поэтому очень важно развивать в себе такое духовное знание. And how do you obtain spiritual knowledge? Как его можно получить? By hearing the Bhagavatam and the Gita. Слушая Бхагаватам и Гиту. By studying the books. Изучая книги. By associating with saintly people. Общаясь со святыми людьми. These are some avenues how we cultivate spiritual knowledge. Вот это вот все это способы, с помощью которых мы можем развивать духовное знание. When you have knowledge, then it results in developing the mood of vairagya. Если у нас есть знание, тогда это приведет к настроению вайраги. Now, vairagya means renunciation or genuine renunciation. Вайрагья означает отречение, имеется в виду истинное отречение. Just like Lord Chaitanya, Rupa Goswami gave us the concept of Yukta Vairagya. Например, Рупа Госвами дал нам концепцию Юкта Вайраги. Юкта Вайрагья means
genuine renunciation. Юкта вайрагья означает истинное отречение. Acharya gave us examples of genuine renunciation. Также наши ачарьи дали нам примеры истинного отречения. Just like before Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, none of our acharyas ever sat in a car or a train in a car. До Шрилы Бхактисиддханты ни один из наших ачарьев не ездил в машине. So imagine if Bhaktisiddhanta would never have sat in a car, Prabhupada would never have sat in a car, would any of you have been here? И представьте себе, если бы Шрила Бхактисиддханта или Шрила Прабхупада никогда бы не сели в машину, то что бы было? Были бы вы здесь? Бхактисиддханта used a car, Prabhupada used a plane to travel around the world, but to serve Krishna. Шрила Прабхупада ездил на машинах, летал на самолетах, чтобы путешествовать по всему миру, но он это делал для чего? Для того, чтобы служить Кришне. So when we talk about Vairagya renunciation, it essentially means renunciation from activities that are detrimental. И здесь имеется в виду то отречение от той деятельности, которая разрушительна. We renounce what's detrimental for spiritual advancement, and we accept what's conducive for spiritual advancement. Мы отрекаемся от того, что вредно для духовного прогресса, и принимаем то, что благоприятно. We don't renounce something genuine that can be used in service of the Lord. Мы не отрекаемся от чего-то нормального, что можно использовать в служении Господу. Just like you have the impersonalists. Как вот, например, есть имперсоналисты. What do they say? Что они говорят? Everything is mithya, false. Все является митхья, ложным. They say this is all false, 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 and leave, renounce everything. Они говорят, этот мир он ложный, поэтому от всего надо отречься. The Vaishnava concept is God is real. How can this creation become unreal? Концепция Вайшнава такова, что если Бог реален, как это творение может быть нереальным? But it becomes unreal when it's not used properly. Оно становится нереальным, когда его неправильно используют. So the Vaishnava vision is use everything in service of the Lord. И Вайшнавы стремятся использовать все, что есть, для служения Богу. Now Lord Kapila Dev is saying in this verse, if you have spiritual knowledge, that will result in your ability to develop И в этом стихе Господь Капиладев говорит, что если у вас есть знания, то это приведет к тому, что у вас появится склонность к отречению. That means you can discriminate between what is good for spiritual advancement and what's detrimental. Это означает, что вы сможете тогда уже различать, что будет хорошо для духовного прогресса, а что наоборот разрушительно. Чайтанья Махапрабху was explaining to Санатана Госвами six principles of Шаранагати. Чайтанья Махапрабху объяснял Санатана Госвами шесть принципов Шаранагати. What are the six principles of Шаранагати? What does Шаранагати mean? Вообще скажите, что такое Шаранагати? Surrender. Surrender to whom? Предаться кому? To the Lord. Богу. So what are the six principles of surrender? И каковы шесть принципов смирения? Accept everything favorable for spiritual advancement. Надо принимать все благоприятное для духовного прогресса. Second, reject everything unfavorable. А второе это не принимать все неблагоприятное. To understand that the Lord is your maintainer. Понимать то, что Господь является тем, кто поддерживает нас. He's the real proprietor of everything. Он единственный, кто владеет всем. Have our desires consistent with the desires of the Lord. Затем делать так, чтобы наши желания совпадали с желаниями Господа. And cultivate humility. И также развивать смирение. So when you have spiritual knowledge, that will result in your being able to see things in the right perspective. Если у вас есть духовное знание, тогда вы сможете видеть вещи в правильном свете. Just like when it's dark, can you see anything clearly? Когда, например, темно, можем ли мы четко видеть что-то? You and I can see each other now. Сейчас мы с вами можем видеть друг друга. Why are we able to see each other? Почему мы можем видеть друг друга? Why? Почему? Because there is a light. Because we have eyes. Потому что у нас глаза есть. And our eyes are only working because there is light. Но глаза уже работают только потому, что есть свет. If there's a power failure in the night, you may have eyes, but you can't see your neighbor. А если вечером вдруг выключат свет или ночью, то глаза у нас могут быть, но мы не увидим того, кто находится рядом с нами. Those of you who read the Bible for Vrindavan,
Sometimes at night the lights go off. Те, кто были во Вриндаване, в Майяпуре, иногда, наверное, испытывали такое, что вдруг вечером выключали свет. И мы, тогда уже ничего нельзя увидеть, даже соседы, которые рядом с нами сидят. И мы можем видеть, потому что, во-первых, у нас есть глаза, а во-вторых, потому что есть либо свет солнца, либо электричество, и этот свет дает возможность, способность глазам видеть. Similarly, according to Lord Kapila Dev in this verse, when you have spiritual knowledge, you can see things in the right perspective. И вот как говорит в этом стихе Господь Капила Дев, если у нас есть истинное знание, то тогда мы можем видеть вещи в настоящем свете. So what is right perspective mean? И что означает в настоящем свете? If you see something beautiful, you know how it should be used. Если мы видим что-то красивое, то мы знаем, как это можно использовать. You have this material body, you know how it should be used. У нас есть материальное тело, мы знаем, как его надо использовать. In practical service of the Lord. На практическом служении Господу. You have some success, you make money. You know who it belongs to, so use it in service of the Lord. Если вы достигаете успеха, зарабатываете деньги, то вы знаете, кому это принадлежит, и используйте это для Господа. Right now in the broad daylight, even if a small pin falls in the floor, you'll be able to identify it. Сейчас, когда светит ярко солнце, даже если маленькая булавочка упадет на пол, мы сможем ее найти. But in the dark, when it's dark, even a big log of wood falls on the floor, you won't be able to identify. Когда темно, даже если тут бревно будет валяться, мы не сможем его найти. Similarly, if you have spiritual knowledge, you can see everything in the right perspective. Точно так же, когда у нас есть истинное знание, мы тогда можем видеть все в правильном свете. So when the scripture says see things in the right perspective, that means you know if something is there. How it should be used. И видеть все в правильном свете означает, мы видим что-то и знаем, как правильно это использовать. And then Lord Kapila Dev says, then you become indifferent to material existence. И затем Господь Капила Дев говорит, что такой человек становится безразличным к материальному существованию. In other words, you're living in the material world. But you're living in the spirit of detachment. Это означает, что мы живем в материальном мире, но при этом мы живем в духе отречения, непривязанности. Material life today we have so many attachments. В материальной жизни современной у нас есть множество привязанностей. And these attachments become the cause of anxiety, fear. И эти привязанности являются для нас источником беспокойства и страха. Lamentation. Скорби. How do you overcome lamentation according to Narada Muni? Как можно преодолеть скорбь в соответствии с наставлениями Нарады Муни? You overcome lamentation with knowledge. Скорбь можно преодолеть с помощью знания. When you have knowledge, then you can overcome lamentation. Если у вас есть знание, тогда вы не будете скорбить. So similarly, if you have spiritual knowledge, then you are living in the material world. But in the mood of detachment. Если у вас есть духовное знание, то тогда вы будете жить в этом материальном мире, но в духе непривязанности. There's a very famous example in the Bhagavad Gita that supports this point. Which is that example? И в Бхагавад Гите есть очень известный пример, который описывает это. Что это за пример? Let's see how smart your devotees are. Давайте посмотрим, сколько тут преданные знают много. It's a very famous example. Очень известный пример. Лотос. Yeah, who said that? Кто сказал про лотос? Okay. The lotus leaves that is in water but not touched by the water. Это как цветок лотоса, чьи листья находятся в воде, но не соприкасаются с водой. Bhagavad Gita gives the example a lotus leaf is in water but the water doesn't touch the lotus leaf. Bhagavad Gita приводит пример цветка лотоса, который находится в воде, но тем не менее вода не касается лепестков. Similarly, living in the material world. We should work in the spirit of detachment. Точно так же, живя в этом материальном мире, мы должны действовать в духе непривязанности. So that doesn't mean we become impersonal. Это не значит, что мы становимся имперсональны. Actually, some attachments will be there. Конечно же, будут какие-то привязанности. But the purposes
to use these in the service of the Lord. Но однако целью этого должно быть использовать в служении Господу. Like when he becomes a devotee, tries to make all his relatives into devotees. Например, когда кто-то в семье становится преданным, он пытается всех своих родственников сделать тоже преданными. Why? Почему? Because he knows this is beneficial. Потому что он знает, что это приносит людям благо. So he wants to share the benefits with everyone. И он хочет поделиться этим благом со всеми. If it's your life, if you become successful, if you become rich, you don't want to share your wealth with anyone. Но когда в материальном мире кто-то становится богатым, он не сильно это хочет делиться этим богатством с другими. Do you ever tell other successful businessmen tell others how you became rich? Разве богатые бизнесмены рассказывают то, как они смогли стать богатыми? No, keep it a secret. Он все это в секрете держит. So no one finds out. Чтоб никто не узнал. But a Vaishnava is happy to share the secrets. Однако Вайшнава, он с радостью делится секретами. So becoming indifferent to material existence means that living in the material world, but in the spirit of detachment, like a lotus leaf that is in the water, but not touched by the water. И жить в этом материальном мире надо с чувством отречения, подобно тому, как цветок лотоса, хотя он находится в воде, он не соприкасается с водой. Then Krishna, like Lord Kapila said, then the material influences can act less powerfully on him. Then the Lord Kapila says, material influences can act less powerfully on him. И тогда говорит Господь Кипила Дев, что материальное влияние уже не так будет сильно влиять на вас. Let's say you have a healthy body. Например, у вас здоровое тело. Then can you get infected by disease easily? Тогда будете ли вы так легко заболевать болезнью? If you have a healthy body, you get infected by disease easily. Если у вас здоровое тело, то трудно будет на вас повлиять болезни, да? And if you have a weak body, then the moment you go to an infectious area, you get infected. Если у вас слабое тело, то небольшая инфекция, и вы уже заболели. So similarly, if you are spiritually strong, then Maya doesn't affect you easily. И точно так же, если вы духовно сильны, то Maya трудно повлиять на вас. And if you are spiritually weak, then Maya influences you easier. А если вы духовно слабы, то Майя гораздо легче оказать на вас влияние. So here Lord Kapila Dev is saying, one who has knowledge, he will also develop renunciation. И здесь Господь Kapila Dev говорит, что тот, кто обладает знанием, развивает отречение. He'll be indifferent to material attachment. И такой человек становится непривязанным, безразличным к материальным привязанностям. He's living the material world, he'll have duties, but he'll be indifferent to material existence. Он живет в этом материальном мире, у него есть какие-то обязанности, он действует, но он безразличен к этим всем привязанностям. And the material influences can act less powerfully on him. И тогда материальные все эти влияния уже не так сильно оказывают на него воздействие. Just like in extreme winter, if your body is protected with warm clothing, then winter cannot touch your body. Как вот если суровая зима, но на вас очень теплая одежда, то тогда мороз не может очень сильно повлиять на ваше тело. So similarly, if you have spiritual knowledge, then Maya cannot touch you easily. Точно так же, если вы сильны духовно, то тогда Maya не может на вас оказать такое легкое влияние. So we need spiritual knowledge. Поэтому нам нужно духовное знание. In the third chapter of the Bhagavad Gita, Krishna was asked, how is one compelled into sinful acts even unwillingly? В третьей главе Бхагавад Гиты Кришна Арджуна спросил, почему человек действует под влиянием, даже совершает греховные действия, даже сам того не желая. And what did Krishna say? И что сказал Кришна? Last of all, the all-devouring envy of the living entity, which is always burning like fire, and never satiated. И Кришна сказал, что это все происходит только из-за влияния вожделения, которое горит подобное огню и которое нельзя насытить. Is this universally true? Это повсеместно имеет место или как? Да? Yes, no. Да или нет? This was true when you were in the Soviet Union. Это было тоже, являлось правдой, когда вы еще жили в СССР. It's true now when you're an independent country. И сейчас тоже правда, когда вы живете в независимой стране. It's true in India. Это правда в Индии. True in America. Это действует также и в Америке. True universally. По всему миру.
So Bhagavad Gita's knowledge is universal knowledge of entire humanity and not sectarian to any one country or any one people or any one group. И Бхагавад Гита является тем знанием, которое предназначено для всех людей на этой планете. Это не так, что она относится только к какой-то определенной группе людей или какой-то нации. So if anyone says Bhagavad Gita is presenting sectarian philosophy, please show him with his example of everything that Bhagavad Gita says is applicable universally and not locally. Если кто-то скажет вам, что Бхагавад-гита предназначена только лишь для каких-то определенных людей, покажите ему все эти примеры, на которых видно, что Бхагавад-гита, она обращается ко всем людям, всей планеты. Она предназначена для всех, а не для какой-то, какой-то группки людей. Люди стареют, болеют и умирают во всех частях мира. So Bhagavad-gita is saying exactly that. Misery, everything is temporary. И то же самое говорит Бхагавад Гита, что в этом мире все много страданий и все временно. So Bhagavad Gita, so here Lord Krishna was saying, so we were saying, Krishna says, thus is the eternal enemy of the living entity. И Кришна сказал Арджуне, что вожделение является вечным врагом живого существа. So where does lust to be found? И также он сказал ему, где найти это вожделение. Where? Где? What is so sad about Krishna? Mind, senses, mind, intelligence, and senses. Разум и чувства. The mind, intelligence, and senses are the sitting place of this eternal enemy known as love. Разум и чувства — это те места, где находится наш вечный враг вожделения. What is your mind to think about this subject matter? Не так-то легко использовать свой ум, чтобы думать об этих, вещах. The senses are all meditating on sense enjoyment. Чувства постоянно медитируют на чувственное наслаждение. Intelligence is thinking, meditating, how to make plans to get more sense enjoyment. А разум постоянно строит планы, как больше заниматься чувственными наслаждениями. So the mind, intelligence, senses are setting place of its eternal enemy. Поэтому чувства, ум и разум являются теми местами, где сидит это вожделение. What does Krishna say for that? How to describe, destroy this? И как говорит Кришна, можно уничтожить его? How can you destroy this eternal enemy? Как можно уничтожить этого вечного врага? With the weapon of knowledge. С помощью оружия знания. With the weapon of knowledge, you can destroy this eternal enemy. С помощью оружия знания можно уничтожить этого вечного врага. So that same point is being made by Lord Kapiladeva with this words. В этом стихе Господь Капиладев говорит то же самое. That because of knowledge, you can develop renunciation. Он говорит, что имея знание, можно развить отречение. So we must cultivate knowledge from the right source. Поэтому мы должны развивает знания, получая его из истинного источника. And we must endeavor to cultivate knowledge. Мы должны прилагать усилия, чтобы развивать знания. Just no matter how busy you are, you should read these books regularly. Неважно, сколько бы вы ни были заняты, вы должны регулярно читать эти книги. How many of you read Prabhupada books regularly? Кто из вас регулярно читает книги Шрилы Прабхупады? Okay. It would be nice if everyone can read every day. Но было бы здорово, если все могли читать это их каждый день. Прабхупада говорил, что если мы читаем эти книги, то Кришна очень доволен. Krishna says, here is someone trying to understand me, so let me give him the understanding by which he can come to me. Кришна видит, что кто-то читает книги, и он думает, вот человек пытается понять меня, дам-ка ему понимание, с помощью которого он может прийти ко мне. So, there was a time when everybody was almost living in the temple. Были времена, когда почти все преданные жили в храме. But today, most of the devotees live at home. Сейчас большинство преданных живет дома. And they're not in a position to come to the class every day. И им не удается каждый день приходить на лекции. So make it a point that at home you can read these books every day. Поэтому сделайте так, чтобы дома каждый день читать книги Прабхупады. And if you cultivate this knowledge by reading books, and that will help you to develop attachment. Если вы будете развивать знания, читая эти книги, то это поможет развить вам непривязанность. So Krishna says, the weapon of knowledge destroyed his eternal enemy in the form of lust. И Кришна говорит, с помощью оружия знания уничтожь этого вечного врага, вожделения. So Krishna, Lord Kapiladeva is assuring us, if we have this knowledge, then
Maya's influence will be lesser. И Господь Капиладев говорит, что если у нас будет познание, то тогда на нас меньше будет влиять Майя. Just like Krishna says in Gita, Devesha guna Maya mama Maya durateya. To overcome this illusory energy of mind is very difficult. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что очень трудно преодолеть влияние моей материальной энергии. Krishna says that. Говорит так Кришна. So you may say, oh, Krishna saying to overcome it so difficult, so why do you want me to take your devotional service? Можно подумать, что если Кришна говорит, что это так сложно, ну что вы хотите, чтобы я преданным служением занимался? So why do we take your devotional service? Почему мы тогда занимаемся преданным служением? Why? Почему? Because Krishna says further, but if however you surrender to me, then you can overcome the influence of the illusory energy. Потому что далее Кришна говорит, что если ты предашься мне, то ты тогда сможешь преодолеть влияние этой иллюзорной энергии. So, just like in the material world, there are so many diseases which may not have a solution. Например, в материальном мире есть много болезней, у которых нет лечения. So many diseases. Есть очень много болезней. You have AIDS, you go to the doctor, tell him, what's the cure, doctor will say, I don't know. Если вы заболели СПИДом, придете к врачу, скажете, как его вылечить? Врач скажет, я не знаю. But in spiritual life, the problem gets identified and the solution gets presented. Однако в духовной жизни определяется проблема и также дается метод ее решения. Just like in the seventh verse of the Upadeshramit, Rupa Goswami makes the following statement. В седьмом стихе Шри Упадешрамиты Рупа Госвами говорит следующее. He says the holy name of the Lord is sweet like sugar candy. Он говорит, что святое имя Господа сладко. Как сладкие конфеты. The passions of the Lord are sweet like sugar candy. Игры Господа сладкие, как леденцы. The qualities of the Lord are also sweet. Также сладкие качества Господа. But he says, why are we not experiencing the sweetness of the Holy Name? И затем он говорит, почему мы не испытываем сладость святого имени? Why? Почему? Because the tongue is affected with avidya. Потому что наш язык покрыт авидией. You hear the Bhagavatam class of 1 hour, 2 hours, and then you want to get out of it. Вы слушаете лекцию по Бхагаватам 1 час, 2, и потом уже думаете, ну когда я закончится уже? You chant for some time, then you want to run out. Поем какое-то время, потом хотим куда-то сбежать. So why is that? Почему так? He said because of the disease of avidya. Он говорит, что это происходит из-за того, что мы больны авидьей. Just like sometimes you have blisters in the tongue. Иногда на языке вскакивают такие волдыри. You had the experience blisters in the tongue. Есть такой, как бы, или мозоль, или волдырь на языке. Never had the experience. Такого не было опыта. So when you have blisters in the tongue, even if somebody gives you very palatable food stuff to eat, you won't taste. Бывает так, что на языке появляются какие-то волдыри, и даже если вам предложат самую вкусную пищу, вы не сможете ощутить ее вкус. You have high temperature. Если у кого-то высокая температура, they give some nice pakora. Вы дадите ему вкусную покору. Will he be able to get the taste? Сможет ли он почувствовать вкус? So because of the disease of avidya, we can't get the sweetness of the holy name. И из-за того, что мы больны авидьей, мы не можем ощутить сладость святого имени. So then what is the solution? Каково же тогда решение? Is there any hope at the end of the tunnel? Вообще, есть какой-то свет в конце туннеля? Is there hope? Есть надежда? Yes, no. Да или нет, скажите? Yes. What's the hope? Ну и в чем надежда? Rupa Goswami says, hey, however, you take your regular attending chanting of the holy name, then your disease will get cured. Rupa Goswami говорит, однако, если вы прибегнете к лекарству регулярного внимательного повторения святого имени, то вы излечитесь от этой болезни. So what did he say? If we regularly chant attentively. Он говорит, что лечение лекарством является регулярное внимательное повторение. So by regularly executing devotional service in the association of devotees, one can develop vairagya. И регулярно занимаясь преданным служением в обществе преданных, можно развить вайрагья.
So we must cultivate this knowledge. Мы должны развивать это знание. When you cultivate knowledge, then you have genuine renunciation. И когда мы развиваем знание, у нас будет истинное отречение. So Prabhupada makes it clear in the purport: without knowledge, one cannot have realization. И Прабхупад в комментарии говорит, что без знания невозможно иметь отречение. So you must be well equipped with knowledge. Поэтому нужно в полной мере обладать знанием. Make your intelligence very sharp. Надо сделать так, чтобы разум был очень острый. When you have a sharp knife, it's easy to cut something. Когда у нас есть острый нож, очень легко резать что-то. Да. Then you have a rusted knife. You go rubbing, it doesn't cut. А если ржавый тупой нож, можно там резать и ничего не отрезать. Правда? So we have to make our intelligence sharp, like a sharp knife. Поэтому мы должны сделать свой разум очень острым, как острый нож. Then the moment Maya is trying to strike you, you'll be able to defeat it. И тогда, в тот момент, когда Майя пытается атаковать вас, вы сможете отразить ее. Otherwise, when Maya approaches you, you'll say, oh, let me try, what's that up? Иначе тогда будет так. Если Майя что-то предложит вам, вы скажете, ну почему бы не попробовать? Как бы, в чем вред? But if intelligence is sharp, then you can say, no, not for me. Если разум очень острый, тогда вы скажете, нет, это не для меня. So we must cultivate knowledge. Поэтому мы должны развивать знания. These are seen as called a big move on the part of devotees. To study the scriptures. Сейчас мы видим, как многие преданные в ИСККОН не хотят развивать, изучать духовные знания, изучать Писание. Преданные проходят курсы Бхакти Шастри, есть курсы Бхакти Вайбхава. You must be having this in Днепропетровске, наверное, тоже у вас есть, да, курсы? So why are there devotees all over the world doing these courses? И преданные по всему миру принимают участие в таких курсах. They want to study these books. Они хотят изучать книги. This is what Prabhupada wanted, that he wanted us to study these books and then distribute these books. Именно этого хотел от нас Шрила Прабхупада, чтобы мы изучали эти книги, затем распространяли. So why are devotees studying these books? Почему преданные изучают эти книги? Because it makes their intelligence sharper. Потому что от этого их разум становится более острым. And makes them more determined to pursue spiritual life. И у них появляется больше решимости следовать духовной жизни. So knowledge must be cultivated. Поэтому обязательно нужно развивать знания. Spiritual knowledge. Духовное знание. If you want to come and cultivate material knowledge because you have professional carriers to do, it's okay. But you must cultivate spiritual knowledge. If you want to cultivate material knowledge because that's in your profession, that's another thing. But whatever you do, you must cultivate spiritual knowledge. Если вы хотите развивать материальное знание, чтобы получить какие-то навыки, нужные вам для работы, то это нормально. Но вместе с этим обязательно надо развивать духовное знание. And then you'll be able to see things in the right perspective. И тогда вы сможете видеть вещи в правильном свете. Otherwise, you cannot give up the mood of enjoyment. В противном случае вы не сможете избавиться от настроения наслаждения. You may say, you mean if I come to spiritual life, there's no enjoyment? Вы скажете, а что вы имеете в виду, что если я прихожу в духовную жизнь, то нет никаких наслаждений? Then there's real enjoyment. Ну нет, тут есть истинное наслаждение. Material enjoyment is temporary and it has a side effect. Материальные наслаждения временные, и также у них есть еще побочные последствия. But spiritual life means unending spiritual happiness. Однако в духовной жизни есть бесконечное духовное счастье. Just like you were having kirtan an hour and a half or two weeks. Just like you were having kirtan for group puja. Вот как только что мы пели киртан на группу пуджу. Devotees were dancing. Преданные танцевали. In Mangal Arati, devotees are dancing at 4:30. Преданные также танцуют на Mangal Arati в 4:30. Правда? I've seen it so many times. Я видел это много раз в Индии. In our temple, the devotees are dancing. В наших храмах преданные танцуют. But can you ever visualize the materialist dancing at 4:30? Вы когда-нибудь видели материалистов, которые пляшут в 4:30? He will probably dance, there is a band playing, getting drunk,
so-called partner. И они будут танцевать только когда там играет какая-нибудь музыка, какая-то группа, они напьются как следует, и еще партнер им нужен. They want the romantic environment to get in the mood of dance. Им нужна какие-то романтические, романтическая обстановка, чтобы войти в такое настроение танца. But devotees dance why? Because they feel like dancing when they hear the glorification of the Lord. Но преданные танцуют, потому что им хочется танцевать, когда они слышат, как прославляют Господа. So, if you have spiritual knowledge, then that will be your insurance against Maya. Если у вас есть духовное знание, тогда это будет вашей страховкой от влияния Майи. That will help you to develop the mood of renunciation, which is very necessary, doesn't matter which ashram you may belong to. И это поможет вам развить настроение отречения, которое очень необходимо, неважно, какому бы ашраму вы не принадлежали. So we must cultivate regular knowledge. Поэтому мы регулярно должны развивать знания. And apply it in practice. И также применять это на практике. In this verse, Lord Kapila says, by practice of knowledge and renunciation in devotional service. Здесь в этом стихе Господь Кипилов Дев говорит, что нужно благодаря практике и знания отречения. You may have knowledge, but you won't. I'm sorry. В преданном служении. You may have knowledge, but you won't apply it. What's the use? Если у вас есть знания, но вы его не применяете, в чем смысл? In India, you may find people who have the whole Gita by heart. В Индии можно найти людей, которые всю Бхагавад-гиту знают наизусть. But they're not applying in practice. Но они ее не применяют на практике. So what's the use? Какой смысл? So this knowledge must be applied in our day-to-day life. Это знание необходимо применять в повседневной жизни. It should be applied in our dealings with the Lord. Также необходимо применять в наших отношениях с Господом. Should be applied in our dealings with the spiritual master and senior sadhu. В отношениях с духовным учителем и старшими садху. It should be applied in dealing with the Vaishnavas. Также необходимо его применять в отношениях с вайшнавами. It should be applied in dealing with the material world. И также общаясь, взаимодействуя с материальным миром. Knowledge has to be applied in practice. Обязательно знание должно быть применяться на практике. Lord Chaitanya, Sanatana Goswami told Haridas Thakur the following. Sanatana Goswami сказал следующий Haridas Thakur. He said, some practice, but do not preach. Some preach, but do not practice. But you are simultaneously doing both. Он сказал ему, что некоторые практикуют, но не проповедуют. Некоторые проповедуют, но не практикуют. А ты одновременно делаешь и то, и другое. So, some practice and do not preach. Некоторые практикуют, но не проповедуют. Some people may know, they may read the shastra, but they don't practice it. Некоторые люди могут знать и читать шастры, но не проповедуют это. Some preach, but do not practice. Некоторые проповедуют, но не практикуют. When it's not in the heart, you're doing both. Насчет Хридаса Курс, но много сами сказал, что ты делаешь и то, и другое. So Prabhupada explains, the devotees of this Krishna conscious movement must simultaneously do both, practice and preach. И Шрила Прабхупада говорит, что наше преданное общество сознания Кришны должны также одновременно практиковать и проповедовать. We should act in such a way that our behavior conveys the meaning of religion. Он говорил, что мы должны действовать таким образом, чтобы наше поведение передавало принципы религии. Otherwise, you may talk some, give some big, big lectures. But you're not practicing what you're preaching. People will look at that hypocrite. И вы можете давать какие-то там помпезные лекции, все хорошо рассказывать, но если вы сами не следуете тому, что вы говорите, люди скажут: только посмотрите на этого притворщика. Look at the hypocrite. Tells us don't do this, and he does it himself. Посмотрите на этого обманщика. Он говорит нам: не делай этого, он делает, а сам это делает. So we have to practice and preach. Поэтому мы должны практиковать и проповедовать. So knowledge must be put into practice. Поэтому знание надо применять на практике. And then we try our best to put it into practice. Надо по крайней мере прилагать все возможные усилия для этого. And that will result in renunciation. Тогда это приведет к отречению. Вайрагья. So our it's not that we renounce family or society. It's not that we renounce everything and go to the forest. Это не значит, что мы должны отказаться
от своей семьи, от всего общества и уйти в лес. No, we stay where we are, but we purify ourselves by cultivating this knowledge. Мы остаемся в том положении, в котором находимся, просто мы очищаемся с помощью развития этого знания. The Lord is anxious to see us all make spiritual progress. Господь хочет видеть, чтобы мы все совершали духовный прогресс. But that's possible by the cultivation of spiritual knowledge. Но это возможно только в том случае, если мы будем развивать духовное знание. Especially in the association of devotees. В особенности в общении с преданными. Lord Chaitanya asked Ramananda Roy, "What is the greatest pain one can experience?" Господь Чайтанья спросил Рамананда Роя, какую самую сильную боль можно испытать? Ramananda Roy said, "Apart from separation from devotees of Krishna, I did not know of any unbearable pain." Рамананда Рай сказал, что помимо той боли, которую можно испытать от разлуки с преданными, я не знаю никакой другой невыносимой боли. So when we get separated from devotees of Krishna, the result is pain. Если мы разлучены с преданными Кришны, то это приводит к боли. So we must cultivate knowledge in the association of devotees. Поэтому мы должны развивать знания в обществе преданных. Come to the classes as much as you can. Можно чаще приходить на лекции. Read the books. Читать книги. And also preach. И также проповедовать. Distribute the books. Распространять книги. Don't be selfish. Не надо быть эгоистом. We got the nectar. We want everyone to get the nectar. Мы сами получили нектар. Теперь надо этот нектар дать всем другим. What is real nectar? А что является истинным нектаром? Это трансцендентное знание. How many of you do book distribution, something or the other? Кто из вас хоть иногда занимается распространением книг? А кто из вас из Днепропетровска? Кто из Днепропетровска распространяет книги? So only three of you. Actually, as long as book distribution goes on, I'll never die. Он говорит, что до тех пор, пока мои книги будут распространяться, я никогда не умру. Why? Почему? Because these books have transcendental knowledge. Потому что в этих книгах содержится трансцендентное знание. And this transcendental knowledge can save people from the miseries of birth and death. И это трансцендентное знание может спасти людей от круговорота рождения и смерти. See, even those who live at home and do jobs and businesses, they can go on holidays for preaching. Даже те, кто живут дома и занимаются работой и бизнесом, на выходные могут проповедовать. We have a devotee in America who founded a program called Weekend Warriors. В Америке сейчас начата программа, которая называется «Воин выходного дня». And he started this program a few years ago. Там начали. Always gathered great momentum all over America. И эту программу начали несколько лет назад, пару лет назад, и сейчас она повсеместно распространилась по Америке. И также мы начали эту программу в многих городах России. И эта программа, она предназначена для тех, кто среди недели занимается работой и бизнесом, а на выходные они могут попроповедовать. And they're getting amazing results. И результаты изумительные. When you preach, you're ecstatic. Когда вы проповедуете, вы ощущаете экстаз. Lord Nityananda and Haridas Thakur were preaching. Not everyone cooperated. Когда проповедовали Господь Нитинанда и Харидас Такуру, все с ними сотрудничали. Some people would welcome them to their house and say, "Please come in, purify our house." Некоторые люди говорили: "О, пожалуйста, заходите к нам в дом, очистите нас." And some people wouldn't even open the door. А некоторые даже дверь не открывали. They said, "They're thieves." Они говорили: "Эй, воры!" In the guise of sadhus. Это воры под одеждами садху. They want to come and see what's inside our house. Они хотят зайти и посмотреть, что у нас дома есть. And they'll come and plunder. Затем они придут и ограбят. But still, they went on preaching. Тем не менее, все равно они продолжали проповедовать. So it's not when you preach. Everyone's going to give you a red carpet welcome. Не так, что если мы проповедуем, все нас будут приветствовать, будут нам рады. Some may give you a red carpet. Кто-то может вам простелить ковер. But some may even throw stones at you. А кто-то может и камни кинуть. Don't get discouraged. Но не надо из-за этого расстраиваться. If Nityananda
Could be told you're a thief, whatever you want to be. Если уж не тебя надо вором называли, как нас называли. Then start going, you're a thief, you'll come in to see what we have inside. Господа Нитинанды, когда Стакура называли ворами, говорили, что они хотят узнать, что у нас есть, и что потом украсть. Поэтому мы как преданные не расстраиваемся, если кто-то плохо с нами обращается во время проповеди. Lord Vrishnadev say the gentleman, when he sees a blind man walking on the wrong side of the street, he doesn't give quiet, but catches his hand and puts him on the right path. Господь Ришабхадев сказал, что истинный джентльмен он никогда не будет молчать, когда какой-то человек, слепой человек идет к обрыву, он возьмет его за руку и поведет в правильное направление. Вот это и нам надо делать, вести людей в правильном направлении. Все ли вы готовы это делать? Кто из вас готов это делать? Okay, we got the video camera just recording. Так, сейчас тут видеокамеры уже всех вас засняли. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Any questions? Ну что, вопросы есть? Yes. Yes. Подскажите. Written question? Одна минута, only as Krishna. Могли бы объяснить более подробно, кто такая святая личность? И что значит привязаться к святой личности? Could you please explain what does it mean the saintly personality? Does it mean to get attached to the saintly personality, to become attached? Saintly personality means somebody who only has one interest in life. Святая личность — это та личность, у которой в жизни только один интерес. Serve the Lord, engage everyone else in serving to the Lord. Самому служить Господу и занимать всех других служений Господу. Who has no side business? У него нет никаких дел на стороне. Sometimes people have side business. Иногда у людей есть такие посторонние какие-то дела. Whose main business is engage everyone in devotional service. Однако главным занятием такого человека является занятие преданным. So getting attached to him means getting attached to what he says. Привязаться означает привязаться к тому, что он говорит. We associate with the sadhu to get the sadhu's instructions, not just physical association. Мы общаемся с садху для того, чтобы получать наставления от этого садху, а не просто ради физического общения. Just like we associate with the spiritual master through the medium of Vapu or Vani. Мы можем общаться с духовным учителем через Вапу и Вани. Vani is more important than Vapu. Вани более важны, чем Вапу. In other words, when you associate with the sadhu, you have to meditate and execute his instructions. И когда мы общаемся с садху, другими словами, мы должны медитировать и исполнять его наставления. Okay. Yes. Как я могу развивать знания, читая книги? Потому что открывая книги Прабхупады, я вижу, там написано, на каждой странице одно и то же. Кришна Бог и преданное служение Ему до совершенства. То есть ничего нового. Как я могу развивать знания? How he can develop knowledge, cultivate knowledge, if he opens Srila Prabhupada's books and in every page he sees everything is the same. Krishna is God and this and that, everything is the same, nothing new. Everything is not the same. Совсем все не одинаково. Every word of the Bhagavatam has a different meaning. Каждое слово Бхагаватам имеет разное значение. Every verse of the Bhagavad Gita has a different message. У каждого стиха Бхагавад Гиты есть определенное послание. Every purport is slightly different. Каждый комментарий немного отличается. The bottom line is the same. Суть всего, конечно, одна и та же. Krishna is supreme. Кришна верховный. Maya is bad. Майя — это плохо. Generally Krishna. Повторяй Hare Krishna. But to come to these conclusions, the arguments presented are all different. Но чтобы прийти к этим заключениям, приводятся разнообразные аргументы. Krishna could have finished the whole Bhagavad Gita in two verses. Так бы Кришна вообще мог два стиха сказать, и вся Бхагавад Гита. Surrender to me, think of me. Кришна сказал, предайся мне, думай обо мне. But to come to that conclusion, Krishna gave 698 verses. Но чтобы привести нас к этому заключению, Кришна сказал оставшиеся 699 стихов. Bhagavatam has 18,000 verses.
Бхагаватам 18 стихов. You can finish in two verses. Можем тоже было с 2 стиха все пересказать. Pure devotional service is the only means to please me. И Кришна мог бы сказать, чистое преданное служение это единственное, с помощью чего меня можно удовлетворить. But then we may not have fully understood. Тогда мы, может быть, не смогли это до конца и полностью понять. Поэтому Ясадева приводит множество историй в Бхагаватам. Бхагаватам это как книга с историями. Каждой истории есть свой смысл, свое назначение. Поэтому не все одинаково. Actually, there's so much philosophy in the Bhagavatam that even the philosophers need to be, that you apply your mind to understand it. Бхагаватам, на самом деле, так много философии, что даже сам многие философы не напрягают сильно мозги, чтобы понять. Okay, еще вопрос? Еще вопрос есть? Что нужно делать, чтобы энтузиазм он не пропадал и постоянно возрастал? What one needs to do in order the enthusiasm wouldn't decrease and always be the same? Good question. Хороший вопрос. What do you need to do to remain spiritually healthy? Что надо делать, чтобы оставаться духовно здоровым? If you're spiritually healthy, you always be enthusiastic. Если вы духовно здоровы, всегда будете энтузиастичны. If you're spiritually unhealthy, you'll be morose, meditating, you'll change the movement or go down. А если вы духовно слабы, то вы всегда будете угрюмыми, будете думать, ну что, оставаться мне в обществе или еще куда податься. You won't say, wait till I get stuck. Или вы будете думать, о, куда занесло. So, to maintain enthusiasm, you should have good sadhana. Для того, чтобы поддерживать энтузиазм, нужно иметь хорошую садхану. Chanting rounds it by listening when you're chanting. Повторять свои круги и слушать то, что вы повторяете. Study the books regularly. Регулярно изучать книги. Associate with devotees. Общаться с преданными. Especially if you live in a city where your temple is nearby, come regularly to the temple. Особенно если вы живете рядом с храмом, регулярно приходите в храм. Do some service. И делайте служение. If you do these things, you will be enthusiastic. Если вы будете делать эти вещи, то вы будете энтузиастичны. Avoid Vaishnava aparat. Избегайте Vaishnava aparat. Offer respects to everyone without expecting anything in return. Всем выражайте почтение, не ожидая почтения взамен. See the good in other Vaishnavas. Старайтесь видеть хорошее в других Вайшнавах и Вайшнаве. And preach. И проповедуйте. Okay. Yes. Как долго нужно? For how long you should cultivate the knowledge, the graduated bhakti program, graduated in other course, but still inside in the heart so much of illusion? And you have to keep cultivating knowledge till the end of your life. Вам надо развивать знания. До конца жизни. There is one devotee in Moscow. Somebody had sold him a Gita in the Sakhalin Islands. Sakhalin, Far East. Один преданный в Москве, ему, кто распространил... Сейчас в Москве, раньше он жил там. Да, он сейчас в Москве, раньше жил в Сахалине, и там кто-то ему распространил Бхагавад-гиту. So before he met devotees also, he started chanting 16 rounds. И еще до того, как он встретил преданных, он начал повторять 16 кругов. And when devotees went over there, he came and so he started chanting 64. Когда он потом уже туда приехал преданный, он встретился с ними, он начал повторять 64 круга. Then he shifted over to Moscow. Затем он переехал в Москву. He got initiated. Получил инициацию. He's read the Gita more than 100 times. И он прочитал Бхагавад-гиту уже больше 100 раз. So Prabhupada told me once in 76 in Bombay, I read my Gita myself every day. Прабхупада мне в 76 году сказал в Бомбее лично, что я сам читаю свою Бхагавад-гиту каждый день. So keep reading. Поэтому нужно продолжать читать. So I think I'll stop at this point. Я думаю, что я сейчас остановлюсь. It's been a great pleasure to come to your temple. Мне очень было приятно приехать к вам в храм. Of course, I'd meet a lot of you devotees in India when you'll come.
Конечно, я с многими из вас преданными встречусь в Индии, когда вы туда приедете. Usually in all our parikramas, the second language of the parikramas is usually Russia. Обычно второй язык на наших парикрамах это русский. But that's only Russian speaking devotees. Потому что туда приезжает много русских преданных. So we're very happy we came here. Я очень рад, что приехал сюда. So we hope that you'll enthusiastically continue with the devotional service. Я надеюсь, что вы все будете с энтузиазмом продолжать преданное служение. And be determined to reach to stay on this path. И будете решительны, чтобы оставаться на этом пути. Майя is getting stronger day by day. Майя с каждым днем все становится сильнее. Now these young kids, they don't have to go to nightclubs or gambling casinos. They can do everything right on the internet at home. Сейчас детям и взрослым не надо ходить в казино, еще куда-то ночные клубы. Все у них есть прямо дома на компьютере через интернет. You can watch everything obscene on the internet sites. На всяких этих интернетовских сайтах можно видеть разные вульгарные какие-то фильмы, изображения. Поэтому даже не надо ходить в ночные клубы. So, Maya is getting stronger, so unless you're well equipped spiritually, we can easily get captured. Maya становится все сильнее. Если мы не будем духовно следить за своей силой, то Maya с легкостью поймает нас в свои сети. Хотел бы благодарить вас, преданных. There's one devotee here. I recently initiated devotees in Krinitsa. Я недавно дал инициацию преданным в Кринице. But there was one devotee from your community who couldn't come there. Есть еще один преданный из вашей общины, который не смог туда приехать. So I didn't want to do a yagya for one devotee. Не, не стал делать ягью из одного преданного. So I'll give him the meat after. Махарадж. Give him the meat after. Махарадж после лекции даст четки, хорошо? Thank you very much. Спасибо вам большое. Hare Krishna. Думаю, 24 будет какие 4 принципа? Не есть животную пищу, чеснок, лук, сахар, рыбы. Не употреблять, не играть в карты. Спиртное не употреблять, там наркотики. Hey, the spiritual name is Ananta Das. So yesterday, y'all had some of you had come to my room for darshan of my lilies. I was supposed to give tulsi, Вчера некоторые из вас приходили ко мне в комнату на даршан, и я обещал дать тулси. I promised someone specifically who was that. Yeah. How many of you are coming for Kartik to Vrindavan? Okay. Well. Кто еще хочет? Okay. These are tulsi from my shalagram shila. Это тулси от моих шалаграм шил. If you only have darshan of my ladies, you can have them quickly because they're going to get packed up soon. Если кто-то еще не получил darshan моих божеств, то нужно сейчас быстренько пойти и получить, потому что скоро их уже будут платить. Who else did I promise the tulsi yesterday to? Кому еще Махарадж вчера обещал дать tulsi? Нормально, держите. Нормально. Спасибо. Отец, снимайте сверху.
Hare Krishna. Hare Krishna. Добрый вечер. Хорошо. She says that next year in Radimna Swami is going to be an anniversary. They don't have his ideas for the idea. So maybe you can say some, share some memories with Radimna Swami, say some congratulations or something. They want to videotape this. Hare Krishna. Hare Krishna. Prasad. Prasad, yes, yes. Я по Кришне Госвами Махараджи. Джа.